Нет. Я тоже это слышу. Смотри, там ребенок. Ого. И соска. Малышка, ты кто? Я потерялась. Я потеряла маму. Помогите мне, пожалуйста. Девчонки, она потерялась. Нужно найти ее маму. А чтобы она не плакала, держи сосочку. Малышка, не плачь. Мы найдем твою маму, и я о тебе позабочусь. Точно найдете маму? Точно, не плачь. Короче, девчонки, я иду домой. Домой, потому что она голодная, она грязная. Ее нужно помыть, подать ей кушать. В общем, ждите меня здесь. Пока! Малышка, не плачь, не плачь. Сейчас я тебя накормлю, и будет, думаю, все хорошо. И сейчас. Малыш, я принесла тебе пить. Ишь, не плачь уж так. Твоя мама найдется. Ну вот, молодец. Опять плачет. Ну чего ты хочешь? Ням-ням, хочу кушать. Точно, у меня есть каша. На кухню зайду. А вот и каша. Давай, я тебе уже кашку принесла. Ну-ка, бери, бери. О, слюнявчик. Давай, я тебе завяжу. Порядок. Вот так вот лучше. А теперь будем кушать. Ну а теперь, пока твоей мамы нет, я буду тебе как мама. Кажется, кому-то нужно поменять памперс. Ну да. А, где памперсы? Фух, нашла чистый памперс. Давай тебе развяжу, ты уже покушала. Снимаем и памперс. Фу, ужас какой, сюрприз. А вот и чистый памперс. Залепляем. Теперь все хорошо. Опять плачешь? Хочу маму. Пойду наклею объявление. Может, мама найдется твоя, а ты здесь спи. Фух. Все. Надеюсь, мама этого ребеныша найдется. Я тебя буду здесь катать. Нужно ее положить спать. И сама посплю.